В этом году СПК «Колхоз Родина» отмечает свое 90-летие. За эти годы хозяйство прошло долгий и сложный путь. Сегодня предприятие демонстрирует высокие показатели как в растениеводстве, так и в животноводстве, являясь передовым в Матвеево-Курганском районе. Последние дни лета работа идет полным ходом. Завершается процесс заготовки силоса, началась уборка масличных культур и подготовка почвы для сева озимых нового урожая. Особое внимание уделяется выращиванию и заготовке кормов для собственного молочного производства, ведь это залог обеспеченности кормами в зимний период и сохранения высоких показателей молочной продуктивности крупного рогатого скота. Кукуруза на силос выращивается на полях, укомплектованных системой капельного полива, что обуславливает высокую урожайность и хорошую зеленую массу растений. Уборка осуществляется кормоуборочными комбайнами. Комбайны срезают кукурузу, после чего она попадает в измельчитель. Полученная измельченная силосная масса погружается в прицеп трактора либо кузов грузового автомобиля. Измельченную массу транспортируют и выгружают в так называемые силосные ямы, а также консервируют курганным способом. В колхозе более 1000 дойных коров. Содержатся они без привязи. До 2 месяцев после рождения телята живут в комфортных загончиках. За всеми животными наблюдают врачи. Оборудование для дойки регулярно моется и дезинфицируется. После молоко охлаждается, а затем подается на молоковозы для дальнейшей транспортировки на завод. Грамотный и взвешенный подход, внедрение современных технологий содержания, кормления и доения дают свои результаты. Эффективность производства выросла в разы.